Никогда так быстро не ходил. Перед вами четыре немолодых человека в детских костюмах, которые считают себя темной армией. Я до сих пор не понимаю, почему все делают вид, что все нормально. А любовь слепая, сердце раздымало, горит глазами. Вот видишь, Богдан, я так и знал, что дело не в тебе. Чего ты вместо меня вышел? Помочь хочу. Просто неохота с одной командочкой в финале играть. С какой? С вами. Надо же, чтобы вот отсюда, вот сюда, чтобы вот здесь вот хорошо было. Тебя кто креститься учил? Давай так, ты сейчас вот отсюда, вот туда, чтобы вот здесь вот хорошо осталось. Тише, тише, моя лысенькая истеричка. Да ладно, шучу. Могу и вас научить. Так, давайте не будем ссориться. Предлагаю все это закончить фразой, после которой распалась группа Кармен. Спасибо, Богдан, за удачный старт, но дальше мы сами. Капец, вы старые. Это да. Ну что, друзья, а теперь по поводу сегодняшней игры. Недавно вышел закон, запрещающий увольнять людей предпенсионного возраста. И мы всей командой благодарны президенту за то, что он закрепил наш выход в финал законодательно. Ну что, старички, в бой? Да! Модными конвульсиями по залу, пли! Начнем с актуального. Недавно чиновницы из Саратовской области предложили прожить месяц на 3500 рублей. Естественно, она отказалась. Давайте представим, что один чиновник согласился. Так, давайте, объясняйте, в чем суть вашего эксперимента. Нужно прожить на 3500. Да, легко, запросто. Вам. Мне! Да, вам на 3500 рублей. Рублей! Да, на 3500 рублей в месяц. В месяц! Я согласен. Согласен! Все мы знаем, что в Сколково что-то происходит, но не знаем, что именно. Итак, представьте, в Сколково что-то пошло не так. Они вышли из-под контроля! Мы все умрем! Господи, как же страшно! Там проверка из Кремля! Уходим! Уходим! Ну и напоследок. Привет. Александр Васильевич, я к вам по поводу совета. В общем, слушайте. Айда в интернет! А что, вы столько лет возглавляете самое мощное молодежное движение на телевидении. Кому как не вам возглавить молодежь в интернете? А что, будете снимать вайны, стримить доту, распаковывать новые айфоны? Вы же можете себе это каждый день позволить делать. Появитесь, наконец, в соцсетях. Вы хоть понимаете, как странно выглядит, что человек, создавший планету КВН, не может создать аккаунт в Инстаграме? Будете выкладывать и фотографировать еду.
Поверьте, всем очень интересно узнать, что ест человек, который в свои годы так выглядит. Но главное, заведите свой канал на YouTube. Вот посмотрите, этот ролик набрал 10 миллионов просмотров. А теперь представьте, сколько бы он набрал, если бы это были вы и Сан Саныч. В общем, Александр Васильевич, идите в интернет. Сделайте так, чтобы люди начали говорить, что интернет уже не тот. Ну что, как вам вятское старичье? Мы хоть старичье, но еще ничего. А помни, что юмор понятный всем, лишь вятка играет в тот КВН. Хотим увидеть снег декабря, хотим убедиться, что все не зря. Тот самый КВН.